Да, GG. Так, ладно, мне присылали ключик на Голума. Давайте пойдем посмотрим игруху. Давайте сейчас я ее посмотрю. Пошли поржем. Он очень долго выходил. Ну-ка. 600 лир. Нет обзоров, кстати. Никаких. Ни негативных, ни позитивных. 45 гигов качать. Ну ладно, мы прям сразу в него не пойдем, но скачать попробую. Кураторы писали обзоры какие-то. Ладно, кураторские обзоры мне не нужны. В любом случае, мне дали ключ. Почему бы, ну, типа, надо, надо постримить, хотя бы посмотреть. Блин, зачем мне оригинал саундтрек? Игру качай давай. Это я понимаю, подготовка по-нашему. А потом всю неделю ребята играют. Слушай, а мы списались с утра с Марусей, мы сегодня вечером поиграем. Мы сегодня вечером. Давайте еще забег в Halls of Torment, значит. Наверное, да? 12748. Блин, не очень много. Вот только за кого? Второй рез я не могу купить, значит, все равно в третью локу пойдем. Бейсдема. Ну давай за огненного кольцо бы, блин. Еще раз. Он очень силен. Он очень силен в этой локе. Эффект он хит чанс мультиплайер. Так, это получается, мне нужно выкупить. О, 10 бейс дэмэджа, это вот нормально. Да, кольцо на базовый урон сильно. Вот явно сильнее, чем самоны. Поэтому мы его берем, мы его покупаем вместо. Наверное, некромантов эти, может, поджигают, если везет, если, наверное, не знаю. Ну, в спид хорошо, здесь все нормально. А что тебя награть собрался? Игра вышла, Голум, что-то там, ну, Властелин колец про Голума. А здесь нам нужно улучшить огненный урон. Раз, два и, может быть, даже три, да? Больше, наверное, не буду все-таки огнемет брать вот этот усиленный. Хотя хз. Шмот теряет забеги? Нет, смотри, ты можешь. Ты сохраняешь себя один, приносишь вот в колодец, потом выкупаешь и можешь идти со шмотом. Но тот, который взял и не вкинул в колодец, он да, он теряется. Блин, амулетов у меня нету, жесть. Надо амулеты найти. Ну, поехали, еще одна попытка в акведукт. Ведукт. Еще одна попытка, пока Голум качается. В смысле, сразу книжка? О, это я с какой-то прокачки полутал, что ли? Что мне сразу теперь будут давать одну обилку? Вау. Фига себе. Projectiles remain for a short while. Блин, ну... Трансфикшн не хочешь. Да ничего здесь не хочется брать. Наверное, все равно будем трансфикшн брать. Тостар, здорово! Спасибо за редецкий, приветы. Приветы. Я вот сегодня наигрался в Геншин и Ханка и решил, так, пора тоже вот это вот потыкать. Но я, кстати, последний забег планирую сейчас. Последний забег, а потом мне дали ключик на Голума. Игруха там уже давным-давно анонсирована, выходит уже миллион как лет, вот. И я, короче, решил, что надо ее поиграть. Здрасте, здрасте, рад вас видеть. Как далеко прошли, рассказывай. Прошел ли хоть раз вот эту локацию? Потому что я точно знаю, что ты ни разу не прошел первую. Я не знаю, доходил ты до финального босса или нет, но... Я ультра-гига-сильно сомневаюсь, что первую ты смог пройти. Блин, крит-шанс, конечно, сюда брать пососно.
А я все прошел, в смысле все. Все три прошел? А, ну ясно. А сколько играл-то? И как тебе? Второе воскрешение покупал? Потому что я дошел до босса, а он такой: на тебе 60 секунд таймера на смерть. Или сколько, 40 секунд таймера. Я такой: а, да? Ладно. Умер один раз. А потом он такой: на тебе второй таймер на смерть. Я такой: чего? Типа вторая фаза. Там хочет страдать, а он будет... Да я боюсь посмотреть игру, ну ключик дали еще. Одного хватит. А, ну урон перекачал, видимо, чем. А, а я тоже за паладина дошел. Ну, который танк, да, с этот. Шилдмейден. Шилдмейден жесткая, да. Шилдмейден жесткая. Я вот тоже один раз за нее дошел, и урона мне. Мне там урона не хватило. Ага. Я подумал, да, возьмем второй рез, потом пройдем. И тоже, наверное, за нее же хз. Additional. Блин, вот это качать эти ножи, это такое себе. Так, что-то враги закончились резко. Я вот 40 секунд сейчас в этой локе оставил. Такой, блин. Ща. Первого босса, как и я, на второй локе кек. Да, тостер, да. У меня такая же история, один в один была. Со вторым боссом. Я его тоже полчаса вчера ковырял ложкой. А чё, получается, локации всего три, да? Раз ты говоришь, что всех убил. Видимо, ранний доступ заканчивается на этом. Как же я хочу уметь накладывать Affliction. Как же плохо, что я не умею накладывать Affliction ничем. Кричанс, короче, качать. Ой, урона их даже не хватает. По урону огнеметчик пока какую-то вообще дичь творит. Я вот что скажу. Блин, давай базовое хп. Я такой, короче, на огнеметчике качал duration, качал. А потом прочитал, что оказывается оно не влияет на статус эффекты. То есть горение не длится дольше. Я такой: какого хера? Перестал качать статус эффекты, ну, duration, да. Тебе говорит гифт 89, спасибо. Почему же волшебник, как говорит, но я пока не осилил. Вот не хватает, вот он, наверное, и будет Affliction накладывать каким-то образом, очень надо, блин. Ну, пускай. Вначале, конечно, еще разок взять эффекты, ну, эффекты, а этот пикап рейндж. Значит, не хочу. Ну, дэмэдж. Дэмэдж — это здорово. Типа у меня здесь 20 плюс 56 в сумме тычками на огнемете. Range, nice, или burn chance. Блин, вот здесь сложно.
Наверное, все-таки Burn Chance возьму. Мне еще общий урон качает. Чем больше врагов. Дожжено короной, да? О, мультхит, нихера себе. Да где мой огонь? Ну все, это хал же, говна. Все это фигня полная. Аркан Сплинтер. Может быть, Аркан Сплинтеры начнут когда-нибудь накладывать Аркан Афинити? ФСР, мы стянем все интересно. Спасибо. Приятно. Так, ну тут как бы без вариантов. Вариант был на скорость бега. Так, все, побежали, короче, за этим. Блин, смысленно. Давай крит дэмэдж бонус, чтобы хоть какой-то был, а то на огнемете крит бонус. А, то есть я увеличил на 20%, и он увеличился на 20% от базового. То есть на 4 и на 8. Ладно. Качает крит дэмэдж. Ау, да гребаный, да отстаньте вы от меня. Череп. Нужно будет сейчас взять книжку, а потом вернуться и забрать этот череп, когда мы будем убивать лошадиного всадника. Ну, по крайней мере, план, наверное, неплохой. Кстати, Тостер говорит, что не будет играть управляя мышкой, там первый лайк. На том же ранее Тостер включил управление мышкой за приста. Он с самого начала сказал, типа, о, вампирлай, конечно же, надо автоматическую выбор. Я такой посмотрел. Не. Здесь есть смысл дальше еще бежать? О, привет. Мы тебя нашли, да? Ай, да блин, дурацкий. Так, огнеметы, будьте добры, пожалуйста. Dragon's Breath есть. Первая половина. Первая часть победы, так сказать. Вторая какая, не знаю. Но первая есть. Burn Chance. Поехали. Общий дэмэдж. Общий дэмэдж всего. Это очень вкусно. Флейм Афинити. Хорошо. 20 дэмэдж мой вапен. Прекрасно. Это уже дамажит очень вкусно. False Blessings. 5 крит шанса, чтобы 28 крит урон наносить. Что тебе там пипега за цифра? А, ханкай, продажи, времени. Уже есть цифры, да, он правда. Блин, а вот что из этого? Ну, криты возьмем, чтобы все другие обилки критовали, типа, а что еще? О, он сдох. Амулет какой-нибудь, любой, ну, ну блин. Ух, Health Capacity, 2 Defense. Base Crit Chance плюс 10. Кстати, хорошее кольцо, но...
Блин, сейчас у меня есть этот физурон. Кстати, эти штуки, походу, магическим. Dealing, while dealing damage, remain for... А, ну вообще не написано, чем... Чем бьет. Должны физой, ну вот. Что-то не заметил я никакие сплинтерс по горящим врагам, честно говоря. Damage или range на main weapon, proficient stance 3. Range. Не, нафиг. 20 так спида сильнее. Чё не на всё работает? Закапай глазки, выпрями спину. Глазки закапал, кстати, сейчас принесу. Пора кормиться. На самом деле, кстати, пора бы еще еду заказать. Я тут думаю, я же не это. Я съел сегодня макаровки и все. Мне как-то вообще не хватило. Да, спасибо, Слава, спасибо. Так, сейчас я иду еще что-нибудь закажу и заодно проверим, что там по голуму. А у голума, видимо, 31 гигабайт. Ну, подарочная подписка, спасибо. Так, короче, я хочу пиццу хат, пиццу с сосисочками. Блин, или можешь колбаски заказать? Чтобы тесто не жрать. Закажу себе колбаски. Может, в этот раз другие колбаски? Ну, острая колбаска есть. Эй, еще подарочная? Нет, не подарочная. Механик сабает сатир 1. Спасибо. Спасибо за сабку. Здесь острые молодые. Дизайнер острый, вот его возьму. Че у Яна спрошу? Заработаешь все язвы на всех этих перекусах. Вроде не перекус, я беру колбасу, ну типа колбаску мясную, чуть-чуть, ну как бы на гарнир картошка. Не особо-то перекус вроде. Неуязвимость можно сейчас тоже не забирать.
принципе, заранее пофармить коробки звучит полезно. А сколько завтра стрим разрабов? В 14.30. Накспи, ну давайте. Арканы качнем, пускай чаще вылетают и наносят ноль урона. Ну это тут череп этот со скоростью атаки лежит. Или общая скорость атаки? Блин, общая скорость атаки, наверное. Еще надо по центру бежать, чтобы коробки снизу сверху видеть. В идеале, да? Близок к ведру. Скинем сейчас перчатки на огонь. Блин, я правда вообще понятия не имею, где их юзать. Гумить лучники. При этом надо найти огненное дыхание. Какие-то пососные. Я, может, что-то другое скину. Чем взял, наверное, даже кольцо на крит-шанс. Если так задуматься. Да, урончик, конечно, красивый. Мне бы хоть один, блин, магнит найти. Hit blast, stream of fire, instead of emitting single moving, dragon's breath, knocks back enemies. Конечно же, вот это возьмем в этот раз. Отталкивание врагов, что? Может быть, оно меня подфакапает в какой-то момент, но я не знаю, нет. Звучит круто. Мне просто вот этот fire hit, hit wave, ну, не сильно зашел из-за маленького радиуса. А это летит по себе, толкает врагов. Круто, сильно. Ну хоть один, ну пожалуйста. О, так спит. Ему очень надо, кстати. Раз уж она теперь толкает врагов еще к тому. Отталкивание врагов у меня было на боссе второй локации. Босс отталкивался прям в шары из... У меня он, к счастью, я его ничем не толкал. Но он все равно застревал в шарах, потому что шаров было примерно миллион. Они были абсолютно бесконечные. Такая отвратительная лока вторая с этим боссом. Никогда больше на нее не пойду. Хотя придется, ачивки же надо делать какие-то, да? О, эти долбанные статуи. Там, где
10 дэмэджа, здорово. Да дай ты мне хоть один магнит, ну... Чтобы я мог центральное ставить на последнюю минутку. Ура, Lightning Strike пришел. Для прокачки он уже совсем не тот. Если я на первый раз просто прокати. Да, да, особенно на этом челике с щитом он прям просто, да, уничтожает, правда. Я когда первый раз искал на этой штуке магнит, на этой локе магнит, я подумал, что они здесь просто из коробок не падают. Сейчас я снова думаю, что они здесь просто из коробок не падают. То есть моя... моя мысль снова вернулась ко мне. Упс. Оригинальная. Но это вроде бы не так. Хочу дойти до этого и посмотреть, это мобы прям так издалека идут, или это они в как... Ну, типа, начинают потихоньку ускоряться. Блин, где враги-то? Элитка. Поехали, иди сюда. Подкрученный магнит раз в 5 лет. Да, да, именно. Правда. Я поэтому специально центральное оставил, просто чтобы... А, слайм! Слаймик! Вернись! Убил. Хорошо. Вот бы хотя бы со слайма гарантированный магнит падал. Что это такое? Дэмэдж, стан рейндж. О, стан рейндж, а так спит. Рейндж просто. Стан рейндж и открыто. Ну хоть один амулет, ну хватит. Фаерволкер получается. Чё-то здесь даже эти коробки исчезли резко. С вами можно убить. Прицеливание на мышке. А вот и чуваки. А Тостер, а не пробовал вот этих чуваков убить можно, нет? Ну, логично, что нет, но все же. Можно себе пробовать, не было ясно. Он так спит всему. Чё-то я дофига урона получаю. Хотя бы для молнии те же. О, баночки, спасибо. Ну, лучше бы магнит. Ну... Чё-то я уже себя прям слабым чувствую из-за того, что магнит до сих пор не нашел. Прям гига слабый.
Придется брать сейчас. Я хотел на последнюю минуту его оставить. А, это слайм! Эри Элементал, бля. Еще, да сколько можно-то? Слайм. Откуда? А вот он сдох. Ну как-то мало монет на самом деле дает тоже такое, блин. Че, гидро уже? Не, не, гидро где-то на восьмой вылезает. Additional strikes, конечно же. Не, ну это как-то абсолютно отвратительно. Мне просто нету. Какой я 44 уровень, блин. Ни одного магнита не упало. Локация, которая зависит просто от падения магнита. Даже несмотря на то, что я засейвил, но... А, да, стрелок. Ну, понял, пойдемте убьем сейчас. Ну все, говно пошло одно. Давай тебя возьмем. У меня в прошлом прохождении этот чел завис. То ли застрял из-за стана молниями, то ли просто завис, хер его знает. Забавно, короче, было. Дэмэдж крит минус стан рейндж. Даже из-за молний. Потому что... Radiant Aura, Phantom Needles или Kugel Blitz. Я взял все-таки... А, не, я взял ботинки на этот. А перчатки я хочу, Phantom Needles. Нет. Можно это не брать? Ничего из этого. Честно говоря, в прошлый раз Kugel Blitz мне не понравился, но он сейчас может быть сильнее. Наверное, я не знаю. Кстати, этот Elemental, а у меня Elemental радиус увеличен. Ладно, возьму Elemental. Скорость атаки. Гетер Кейн Сплинтер to level 3. Может, еще предложите вот эти вот выстрелы до левела 3 докачать, Киквы? Хорошо выкачнуть по максимуму. Чё-чё? Фиксер третьего вроде бы дает аффликшн, а не только фриджайл. Вот пора бы поискать, значит. Если он реально дает, то надо его качнуть. Потому что мне очень не хватает аффликшна.
Attack Speed, Projectiles. О, сила последняя, плюс оставшиеся 10%, хорошо. Да больно, блин, хватит. Как же их много. А так спит плюс 30. Убирай себя. Ну, не. Цели также со свитками больше не будет, так что это все, вся моя прокачка. О, трансфикшн. Ну давайте попробуем. Попробуем. Короче, я попробую вот эти вот штуки. Физой. Хотя... Монию яс прям в центре оставим. Все, пора брать этот. Поехали. Electrify chance на Кугел Блиц есть. А вот это мне не падало в прошлый раз. Оно есть. Что Electrify chance-то сильно. Ну, Transfiction Attack Speed только качнул себе пока что. О, гидра появилась уже. Ага. Additional Project. Ну, не качает пока, не хочет. Один из апгрейдов, по крайней мере. Базовая так спит. Да что же я во все шары да эти попадаю, блин, от долбанной гидры. Electrify chance еще один. Вот есть False Blessing, но он как бы непонятно, на что он работает. Он не работает на этот, он не начинает накладывать. Может это особенность надо? Волшебницу надо убить 15 комов в этой локе, я убил 13к. Вижу ход фиг, что теперь надо убить 10. Захожу, волшебница не открыта. Кек. Лучше возьму еще один Electrify Chance, блин, я немножко за это, Shockwave Area, Projectile Size, давай. Так, я хочу ту неуязвимость взять, которая у нас лежит в этом справа, потому что сейчас у меня какие-то проблемы. Ладно, давайте все-таки попробуем. Crit chance, range stun. Stun range. Вот это вот хорошо очень. О, еще один не уяц в эту же локу. Блин, пока под скоростью, конечно, надо бежать на самом деле. И все, закончилось не уяц. Чуть больно мне, блин. И на самом деле сама гидра, блин, больно сделала очень. Как же бесит эти статуи, которые никак не умирают просто. Thank you.
Один дэмэдж. А это что за дракон летает? Башка гидра, что ли? Еще раз даже не обратил на него внимания. Урон гораздо меньше, чем в прошлый раз, потому что тогда был милишный вот этот вот огнеметик, да? Ау. Амулет любой! Ну, наконец-то! 0.07 дэмэдж за каждый missing health. Блин, или можно этот для хила взять. Я думаю, что надо брать первый амулет. Ботинки выкидывать, возвращать обратно. Узбы. Ну вот не дает, но я не знаю, этот affliction не накладывается. Так, а что, еда к ним? Чанс плюс там раньше звучит как-то. Так, ну лучше возвращаться по верхней части, да, сейчас, потому что... Опыт, блин, собирать, да, в смысле? Да вы, отстаньте вы от меня. Который остался сзади. Раз мне не дают эти... Остр... А, радиус. Блин, ну Шригена чуть-чуть. Нужно было крит добить. Но... Как там крит? Кстати, единственный амулет, который я вообще за все время игры видел. Вот я его уже тоже выбивал и все. Забег хуже, чем предыдущий, из-за того, что не падают эти... Слушай, не падают магниты. Дил 7500 трансфикшн. Ладно. Добью крик. И мне кажется, этот магический дебаф появится только если вот ту же самую магичку, наверное, откроем, да? Тогда он будет, скорее всего. Блин, вот эти орды, они то сверху, то снизу, короче, и... Как-то их всех надо убивать, потом с них еще лут, блин, забирать. 15 атак спида, 20 ренджа, 10 эри или... Плюс флеймволы. Плюс флеймволы звучит хорошо, потому что так спид и так достаточно высокий. Хотя они достаточно высокие, чтобы стрелять каждую, я не знаю, секунду огненными стенами. Но хотелось бы. 3.5 минуты. Мне кажется, меня в конце опять ждет полная жопа. Остро видели плюс 50 урона минус 5 за каждого врага в зоне пикапа. Что? Жесть какая, я не видел такого ни разу. Самое жесткое будет зеленые горгули. И зеленые горгули, скорее всего, меня опять убьют. Нет, не точно. Так, вообще, я, честно говоря, тоже думаю R-ку нажать. Dragon Breath, 2 миллиона урона. Здорово. Здорово, классно. Спасибо, приятно очень. Еще шанс на электричество. Давай, электричество это сильно. Статус эффекты жесткая штука. Если бы еще у нас был вот этот вот affliction, который усиливает урон дотами, было бы вообще здорово. Ну нет.
Не, лучше все-таки сам буду выбирать, куда я иду и куда я стреляю огнем. Кого я отталкиваю. Да больно, блин. Ладно, нет. Я обшутил. Пускай стреляет в ближайших. Две минуты. Ну вот сейчас пойдет жопа, по идее. Shockwave Area Projectile Size. Ну, давай попробуем. Мне кажется, я уже 78-й был в этот момент. Вот они, зеленые. Отвратительные. Burn Chance. У меня еще что, не максимальный, что ли, на Dragon Breath? Я думаю, я пойду к нему язу прямо сейчас. Не, даже не на боссе. Я думал, может быть, на боссе его юзну. В итоге, походу, буду юзать сейчас. Зато в этой локе подкручены шансы на... на хилки. С банок. Чтобы магнит был подкручен. Больно, да отстаньте вы все от меня, твари дурацкие. Все сильно квадратит. Damage, ability, fragile. Так, спид. Стоп, у меня здесь где-то неуязвимость лежала. Дайте, я помню, она, видимо, правее. Нет! 38 секунд. А, еще фиолетовые выстрелы летят откуда-то. Нет, была неуязвимость и нет неуязвимости. Сейчас-то гидра вылезет, да? Вообще непонятно, куда идти, куда нет. 11 секунд. 49. И чего? А и что теперь? Я ни хера не понял. В смысле? Их надо не на неуязе пробежать, что ли? Тебе надо просто найти неуязвимость и пробежать мимо стены. Че? Одна секунда. Ну да, одна секунда. Чуть-чуть было вообще. Я, кстати, этот так и не поюзал. Нет, переж... Да как? Говно какое-то. Ну и ладно, хватит. Пойдем голому посмотрим. Все, хватит с меня этих... этих вампиров. Но хорошие вампиры, хорошие. Все-таки залипательные и сложненькие даже, да?